Интересный комментарий. Зритель из Узбекистана хочет поступить в медицинский вуз на территории России и спрашивает, какие нужны документы и можно ли поступать по квоте. Да, по квоте поступать можно, квоты уже выделены, каждый год их государство, Российская Федерация выделяет гораздо больше, то есть в 2023 году это аж 30 тысяч квот, пожалуйста, можете на них претендовать. Но не забывайте, что вы также можете поступать в университеты Российской Федерации на обычные бюджетные места, то есть без квот. И тем не менее, это обучение тоже будет бесплатным. Поэтому, пожалуйста, ну, комплект документов довольно-таки простой. Это паспорт, ваши документы образования, нотариально заверенный перевод при необходимости, но, скорее всего, он понадобится. Ваши миграционные документы, не забывайте, что цель въезда нужно ставить учеба. И, конечно, ваши медицинские документы, справка об отсутствии ВИЧ, либо какие-то еще могут справки понадобиться. Точный комплект документов уточняйте в приемной комиссии. Либо обратитесь в посольство за получением квоты. Желаю вам успешного поступления.